Вот снимаю бак Samsung. То есть показываю, как легко вот эти пружины снять. То есть не надо там пальцы себе отдалбливать. Вот просто берете вот так вот раз. И все, он снялся. То есть одевать, короче, то же самое, также одевать его. То есть вот сюда в пазы поставили. Все, но прежде чем снимать, как бы я всегда вот эти черточки делаю. Ну потом проще, правда. Тут есть места, вот, например, вот здесь его нету, да, а здесь он есть. Ну, как-то с черточками мне спокойнее. Есть там, их там вообще нумеруют, вот сюда наклеить, клеить, но они все одинаковые, это пустая трата времени. То есть вот так вот потом берете опять, то есть когда собирать будете. Ровнее поставлю. То есть вот так. Ну, одной рукой, правда, плоховато получается. Вообще, такого уровня пока еще не достиг. Попробую. Снимаю на телефон, там потом уж куплю там GoPro, там что-нибудь такое. Пока вот видео на телефоне. Вот она оделась, в принципе, как бы вот так вот. Естественно, что я сейчас второй рукой помогу. Ну, с двумя руками. Ну, то есть легко вот это. Есть там, я видел однажды. Там он вот так вот его ровно поставил. Сюда молотком долбит. Ну, бедный. Вообще, это, ну, то есть, мастерское я видел. То есть, правда, не каждый. Я себя там не хвалю. Но не все мастера даже об этом знают, что вот так вот отвертки снимается, отвертка одевается. То есть там это легко и просто. Бак Samsung, то есть шумит. Машинка 10 лет была куплена, стояла, короче, 8 лет, и зашумел подшипник, вышли из строя вот эти амортизаторы, я их поменяю. Еще самое начало, еще как бы сейчас все разберется, я думаю, очень хорошо, легко, как говорится, будет. Ну, так, приятно работать, когда люди, то есть, не запускают ситуацию. Когда начинают там подшипник шуметь, они там и ждут, у них уже вот тут штиф болтается, они звонят, говорят, а вы ремень, говорит, не можете приехать одеть? Я говорю, а что, сами-то не можете? Мы, говорит, можем, говорит, ну что-то он слетает, я говорю, так штиф болтается, и у вас там шумела, говорю, машинка. Мне одни говорят, а вы что, живете в нашем подъезде? Я говорю, ну прям над вами, ага. Я говорю, из опыта все, ну, то есть, и вот они ремень потом одевают, покупают новые ремни. Ну, короче, вот это правда ерунда такая. Пока подшипник не поменяете, у вас ремень так и будет, там штиф болтается, ремень будет слетать. Ну, вот так вот, то есть, как бы. Здесь ничего хитрого, бак разборный, здесь подшипник стоит 203-204, 25-50, 55, по-моему. Сальник стоит, я уже все купил, все у меня есть. Как бы вот так. Ну, обычно беру сальники прям, ну, сразу там упаковками, грубо говоря. Ну, то есть вот они там идут в бумажке, вот так сложена стопка, чтобы не ездить там никуда, не это, смысла нет каждый раз на каждую стиралку ездить покупать. То есть, ну, вот так вот.